Всем привет, друзья! Сегодня первое видео месяца на канале, и как обычно, это видео, посвященное результатам нашего ежемесячного марафона «Раскрашиваем вместе». Тема июня называлась «Представление начинается», и мы все должны были раскрашивать иллюстрации, посвященные представлениям разного рода, театральным, музыкальным, танцевальным, каким угодно. Могу сказать, что когда я проверяла свою почту на предмет приходящих работ, и это уже было 20 числа июня, у меня на то время было всего 6 работ прислано. Я, конечно, расстроилась, думаю, что такое, то ли тема не зашла, то ли все разъехались, то ли все переключились на недельный челлендж. Но, к счастью, за последнюю неделю посыпались работы, как из рога изобилия, и в итоге набралась обычная цифра, 73 работы получилось. Вот, у меня прям от сердца отлегло. Вот. Я раскрасила одну работу на этот марафон, я ее уже засветила и в видео о раскрашенном за полгода, и в видео на обзор вот этой раскраски. Это из раскраски «Бесцветное королевство» от Крис Ортега. Ну, покажу еще раз, вдруг кто не видел, и можете посмотреть и обзор раскраски заодно. Очень красивая, интересная раскраска. Вот эта иллюстрация называется «Влюбленные». Ну и для меня это Ромео и Джульетта, известная пьеса Шекспира, поэтому вот я и решила раскрасить эту картинку на эту тему. Здесь у меня карандаши, немного металлического маркера, вернее, металлической гелевой ручки на одежде. А вот здесь внизу немного зелень дорисовала, чтобы не было так пустовато. И вот такие они у меня получились, Ромео и Джульетта. Нравятся мне их костюмы, нравятся мне эти персонажи и нравится, как получилась вся иллюстрация. Я довольна. Теперь о ваших работах. Было интересно, тема такая разнообразная, и очень много нашлось всяких прикольных, забавных картинок, где кто-то представление какое-то устраивает, показывает. В общем, мне понравилось, я с большим удовольствием посмотрела все эти работы. Из самых разнообразных раскрасок прям вот глаза разбегаются. Ну, давайте теперь все вместе посмотрим. Надеюсь, вам тоже понравится. Итак, представление начинается. Thank you.
красочное получилось у нас представление самых разнообразных жанров. Всем спасибо участникам, что поддержали, что прислали свои работы. И надеюсь, все получили удовольствие от процесса раскрашивания. Теперь быстренько о правилах марафона. Для тех, кто забыл, или для тех, кто решил только-только присоединиться, раскрасьте иллюстрацию по теме марафона или несколько, если вы хотите. Сделайте хорошее фото вашей работы и пришлите мне на e-mail, который вы всегда можете найти в описании под любым из моих видео. И в имейле не забудьте указать название раскраски, художника, если имеется, и ваше имя или ник, как вы хотите, чтобы появилось видео. Если у вас есть Instagram по раскраскам или YouTube канал, то тоже можете указать в вашем письме. Вот и все. Да, работа принимается до предпоследнего дня месяца. В июле у нас будет 31 день, значит, до 30 июля. Ну, а теперь о теме на июль. Будет нечто забавное. Хочу сказать, что на эту тему меня вдохновили, в общем-то, две раскраски. Первая – это вот это вот кошки, мадемуазель кошки. Посвящена она кошкам, естественно, ну и в основном здесь кошки. Но есть тут парочка таких вот чудиков, да, как, например, вот этот вот кота-сов, наверное, или вот этот вот кота-верблюд. Я когда смотрела на такие вот иллюстрации, мне всегда было смешно и думала, ну что вот за какие-то странные создания вообще. Поэтому это и будет тема июльского марафона «Странные создания». И будем мы раскрашивать вот каких-то таких странных существ, которые были рождены или какими-то авторами, писателями, да, придуманы, или вот фантазии художника. В общем, что-то необычное, забавное. Думаю, будет интересно. Мне было интересно даже просматривать свои раскраски в поисках таких существ. И у меня даже настроение улучшилось, потому что, ну, смешно было. Вот и вторая раскраска, которая тоже мне... благодаря которой мне пришла идея темы этого марафона. Это вот пиратка вот эта Джереми Бастиана. Здесь полно тоже каких-то странных существ в этой раскраске. Ну, покажу парочку только. Ну, вот, например, вот это. Так, потом у нас тут есть... Ну, тут много вообще есть. Ну, вот такой вот, например. И тут голова льва, хвост русалки. Да. Или вот это, например. Краб, и тут вместо одной клешни вот клюв гуся. Согласитесь, странные создания, да? Мир Толкина. Ну, здесь много всяких существ, но мы не будем брать там драконов, да, это вроде как нормальные существа. Но есть тут вот и такой, например, товарищ, тоже странный, с тремя вот головами птичьими и четыре руки у него тут. Ну вот, странноватый. Coloring Heaven Inktober. Здесь вот есть парочка. Вот такая иллюстрация. Вот здесь милые странные существа. Вот странные существа, это вот есть некоторые, которые действительно пугают и выглядят как-то так, что мороз по коже. А есть такие вот милые такие создания, хотя и странные, но симпатичные, как вот эти, например. Или вот эти тоже. Ну, это вроде как и на собаку похоже, да, ну, вот это не знаю, что за чудик.
ну, очень милый. Messages from Nature, Kanika Jain-Gupta. Здесь тоже есть парочка странноватых. Ну, например, вот этот слоник. Или ребенок с головой слоника. Ну, вот как-то так. И есть еще вот такие влюбленные с головами пингвинов. Вот. Вот эта раскраска метаморфозы, тоже кладезь странных существ, тоже их тут полно. Покажу парочку. Ну вот, например, такой зайца-черепах. Или вот, вот это вот, совсем странное. И рыба, и птица, и ящерица, все в одном. Zen Doodle для голубятниковой. Ну, это вся раскраска, это тоже странные создания, хотя милые и симпатичные. Вот, любую иллюстрацию отсюда можно брать. Любая подойдет, потому что вот они все странные. Если у кого есть хоть одна раскраска от Беннет и Клайна, то там, ну, по крайней мере, парочка найдется странных существ. Он тоже любит Беннет Клайн изображать каких-то таких вот нечто странное. У меня есть одна его книга, Mythic. Ну вот, вот эту я выбрала иллюстрацию. Это вообще-то сфинкс, но сфинкс тоже, скажем так, странное создание, да, вот женская голова, львиное тело, а тут еще и хвост какой-то, вот. Ну, тут и другие тоже есть, но я думаю, вот это мне больше всего пока нравится. Татьяна Богема Столова, Vintage Classic. Третий час. Ну, вот здесь есть тоже милое такое существо. Смесь какую-то, не знаю, жука, бабочки, какого-то богомола. Ну, и несколько распечаток. Это из раскраски Сиреная. Вот такие вот странные какие-то, похоже на мыльные пузыри создания, летающие, вот. Так, это от Моня Гейтс. Что это за мусор? Ну, тоже вот, вроде как, щупается осьминога, и вот человеческое лицо, и это и не русалка, ну, вот что-то такое. Ну, и это Мардель Рубио. У Мардель Рубио тоже можно найти некоторые иллюстрации со странными какими-то созданиями. А вот одно из них. Тут вроде и кот. Он и с чешуей, и с крыльями, или это с плавниками, скорее всего. Вот лапы и плавники у него. Ну, вот такая тема у нас на июль. Надеюсь, хорошо пойдет. И вам будет тоже забавно искать подходящие иллюстрации для этой темы. И будет забавно раскрашиваться. Можно тут развернуться на таких иллюстрациях, пофантазировать, оторваться на красках, в общем, все что угодно, потому что, ну, тема позволяет. Ну, и на сегодня все. Всем спасибо, что оставались со мной. До следующего раза. Пока!